Несколько совсем миниатюр. Вот в этом большое преимущество меня перед поющими авторами, потому что они никак не могут петь четверостишие и считать это песней. Вот. А у меня есть и четыре, и две, и одна, то есть неважно. Вот такие вот миниатюры. Быть любимым тобой – это радость и счастье. Друг без друга с тобой не прожить нам ни дня. Но вчера ты так громко стонала от страсти, что в 4 утра разбудила меня. За дамой я ухаживаю с чувством, и что греха таить, надеюсь впредь. Но кто помог бы овладеть искусством, как безыскусно дамой овладеть? Вот очень житейское.